Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість в студії Віктор Косаченко, завідувач денного стаціонару Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Доброго вечора, ми раді вітати Добрий вас вечір. В нашій студії. Пане Віктор, а давайте поговоримо про проблеми людей з проблемами зору. Наскільки ця, ну, взагалі це актуально для Миколаєва та області? Это актуально не только для Николаева и не только для области. Это проблема глобальная, она актуальна для всего мира. Дело в том, что несколько миллионов людей в год в мире становятся абсолютно слепыми. Представляете? Несколько десятков, вернее, миллионов. Угу. Это страшная цифра. И можете представить, что такое человек абсолютно слепой. Чтобы это представить, можно, например, взять повязку, одеть на глаза и походить минут 15. То есть ничего, ты не можешь ни работать, не получаешь удовольствия от жизни. Это страшная проблема для семьи, для самого пациента там, или человека. И к тому же это экономически для государства и для планеты в целом большущая проблема. И поэтому вот проблема снижения зрения и слепоты, она остро стоит. И вот в сегодняшнем мире, когда, ну вот, в этом сегодняшнем сложном мире она стоит особенно остро. А в принципе, что есть причиной такой статистики? Что приводит к тому, что люди, ну, как правило, да, я понимаю, что могут быть разные жизненные ситуации, может быть, наверное, генетическая какая-то. Причин снижения зрения очень много. Ну вот, среди медицинских проблем нужно отметить, конечно же, катаракта, глаукома, сахарный диабет, другие сосудистые заболевания, дегенеративная близорукость, возрастная макулодистрофия, ну и, конечно же, травмы. Травмы, они всегда во все времена были большой проблемой, а сейчас в нашей стране, вы знаете, еще травмы и могут быть связаны не только с производством там, или с какими-то авариями, со спортивными травмами, но и военные, к сожалению. И это тоже очень большая проблема. Большая часть людей получает травмы, ну, в разных условиях. Они все нелепые, но приводят к одному и тому же. Снижение зрения или полная слепота, что, конечно, для молодого... Очень часто, понимаете, очень часто человек со сниженным зрением и слепотой, он полноценный физически во всех остальных смыслах. То есть руки есть, ноги есть, сила есть, интеллект есть. И ему очень трудно интегрироваться в наш современный мир, именно потому что у него снижено зрение. Ну, попробуй летчиком работать, даже если у тебя снижено зрение. А если у тебя полная слепота, ты можешь никем работать, или практически никем. То есть интегрировать их, научить человека со слепотой или ситуацией подобной, или практически слепотой, очень сложно. Но можно. А в принципе, да, вот давайте поговорим о реалиях для таких людей в нашей стране. Я так, ну, насколько я понимаю, за рубежом наверняка есть какие-то социальные программы, которые помогают с адаптацией. А у нас есть такое? Но, насколько эти люди, в принципе, востребованы в обществе, скажем так, насколько они могут рассчитывать на поддержку общества? Насколько я знаю, что вот, например, в очень развитых странах, ну вот как Израиль, например, там находят работу и специальность даже для слепо-глухонемых людей. То есть, представляете, что это, какое горе у человека. И он находит свое применение в обществе. У нас немножечко сложнее. У нас человек получает инвалидность. Ну, и, в общем-то, и для здоровых людей, в общем-то, работы не очень. А человеку с какой-то с проблемами найти работу еще сложнее. Но, тем не менее, кто хочет, тот находит варианты. Мой очень близкий, хороший знакомый, к сожалению, потерял зрение, уже заканчивая педагогический университет. Трагедия, там травма случилась, и он стал абсолютно слепым. Горе страшное, конечно. И вот он какое-то время был без работы, инвалид первой группы. Его это не устраивало, ни его, ни семью. И мы, в общем-то, общими усилиями добились, и он поступил, может быть, слышали, гигиеническое медицинское училище для слепых и слабозрячих людей. Оно готовит специалистов по массажу, по мануальной терапии. И он сейчас прекрасный массажист. Он работает в одной из поликлиник нашего города.
Его очень уважают и любят пациенты, и очень любят и уважают, опять же, сотрудники. Он большая умничка, и вот ей пример интегрирования. Ну, есть люди, которые, вот как он, как вот ваш приятель, да, он борец по жизни. Да. А есть люди, которые опускают руки. Ну, есть таким людям вот... должно общество помогать. Ну, я не вижу другого. То есть им самим для себя очень, очень трудно за себя постоять. Хотя бы в силу того, что не в каждый, допустим, не в каждый чиновничий кабинет они смогут подойти. Поэтому за таких людей нужно бороться и общественницам, и медицинским работникам, особенно, допустим, офтальмологам. И в связи с этим, я не знаю, знаете вы или не знаете, но вот совсем недавно отмечался Международный день слепых, 13 ноября. Угу. Это посвященный французскому общественному деятелю Валентину Гауи, который родился в 1745 году, именно 13 ноября. И вот этот Валентин Гауи известен тем, что однажды он на паперти подобрал мальчика маленького, 11 лет. Ну, он был нищий, естественно, и абсолютно слепой. Но мальчик показался ему довольно смышленым и одаренным, и он взял его к себе и начал его пытаться обучать. Через некоторое время уже было в этой школе, так сказать, мастерской, или как это ее можно еще назвать, уже было 11 подобных деток. Валентин придумал специальный шрифт, который был уже потом немножечко усовершенствован и стал шрифтом Брайля. И вот он учил вот этих деток с помощью этого шрифта. И они добивались больших успехов, они учились писать, читать, сочинять и так дальше. И это было еще в 1760 каком-то там году. Ну, так вот, видимо, так вот, угу. это был один из примеров привлечения людей со снижением зрения или слепотой в жизнь. Надо сказать, что Валентин Гауи когда-то был и приглашен и в Российскую империю. И он создал примерно похожее учебное заведение и в Санкт-Петербурге. Так что у нас вот большая... Это тоже было где-то в 1815-18 годах. Довольно давно, то есть традиции есть. Хорошие. Ну, видимо, действительно, это достаточно серьезная проблема во всем мире, если даже вот есть Международный день слепых. Да. Смотрите, вот в Киеве, например, я обратила внимание, там, не так давно я была в столице, и обратила внимание на то, что в каких-то таких вот исторических местах, там возле той же Арки Дружбы Народов, там есть такие как... Не знаю даже, как это назвать, не указатели, а таблички с рассказом об этом месте, шрифтом Брайля. Да, да, да. И, честно говоря, я не обратила внимания, насколько Киев удобен для передвижения людей с ограниченными возможностями. Но Николай в этом плане, ну, конечно, очень сильно отстает. Сейчас вот мы делаем пандусы, но для людей слепых, насколько комфортен наш город? Я думаю, что не очень. Ну, на переходах я слышу, есть звуковое сопровождение в зеленом музее, то есть далеко не везде, далеко это не всегда удобно. Ну, наверное, это впереди нас ждет большая работа в этом смысле. Но я должен сказать, что лет 15-20 назад и этого не было. Вот таких вот движений. А вы видели, акция была недавно в каком-то нашем зоопарке украинском, по-моему, в киевском, специально организована экскурсия в зоопарк для слепых людей, где давали возможность подержать там кролика, змею и так дальше, и так дальше. Не видели? Я знаю, что в Николаеве не вот так такой давно. Пример. Я про Николаев не слышал. Ну, если это руководство зоопарка сделали, просто молодцы. Нет, это не про зоопарк. Ну, собственно, я расскажу, о чем. Ну, но я во всех, вот за границей, во многих музеях и там, в местах, где проводятся экскурсии, есть специальная и возможность и аудиограммы, и чтение с помощью шрифта Брауля. Вот. Ну, я считаю, что это очень хорошо, это наконец-то общество поворачивается лицом к инвалидам. Но скажу, что где-то в 70-х годах у нас было в Николаеве областное общество слепых, насколько мощное. Я себе сейчас даже не могу представить. Ну, например, у них зарплата, там все ребята работали.
все ребята, которые инвалиды первой и второй группы, то есть сниженные зрением или слепотой, работали в обществе слепых, они получали очень приличную зарплату. Это связано было, конечно, я так понимаю, с оборонкой, получали и зарплату, и в них была своя библиотека, то есть аудиотека, фонограммы, и у них был свой театр, и в них были свои собаки-поводыри, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И вот я хотел бы еще сказать, что еще раньше, 15 октября, отмечался так называемый День Белой Трости. Это тоже день во всем мире отмечается, не буду сказать празднуется, повод-то не очень, да, как бы веселый, но отмечается. Это тот день Белой Трости, имеет уже свою древнюю историю, древнюю традицию. Дело в том, что в Англии зародился этот праздник. Вы помните, что очень модно было ходить с тростями, даже здоровыми, здоровые люди ходили с тростями. Они были серого цвета, коричневого, там, черного, в общем, темного цвета. И однажды один известный фотограф, английский, случилась автокатастрофа, он ослеп, ну и, естественно, ему нужно было как-то пользоваться тростью, и что вы думаете, его никто не замечал. И они пришли к такому креативному решению, покрасили его трость в белый цвет. Что, и, конечно, и на фоне всех серо-темных тростей она была очень заметная, и слепые люди, которые, в общем, это хорошее такое начинание было, и очень многие люди во многих странах, в том числе у нас, имеют белую трость. Вы видели, как, да? Случалось видеть, как идет человек, приходит, например, здоровый? С белой нет. Ну, потому что вот у нас вот пока так вот. Ну, вот белая трость – это символ, так сказать, человека со сниженным зрением. Ну, и вот в этот праздник проводятся всякие флешмобы, какие-то акции хорошие, людям устраивают экскурсии. Там, чтобы привлечь внимание. Чтобы привлечь внимание общественности, чиновников, там, чиновников от медицины, чиновников от власти. Ну, в общем-то так. Ну, а я, как глазной врач, я посильную лепту вношу с помощью своих знаний. Если уж мы говорим о том, что нужно привлекать внимание к проблеме, я вам хочу сказать, что не так давно в Николаеве, может, в течение вот этого месяца, который прошел, в Николаеве, в музее имени Василия Верещагина, там прошла акция, организованная волонтерами. Девчонки кинули клич, и очень многие николаевские художники, в том числе достаточно именитые, дали для проведения аукциона свои работы. Ну, их, я это хорошо знаю. Продавали, об этом. Продавали, да. Да, да. Но да, это, и продавали, это, и оборудование для областной торговли. Вы знаете, даже вот на сердце как-то тепло. Я знаю, что, во-первых, спасибо тем, кто организовал. Во-вторых, большое спасибо тем, кто покупал картины, потому что там довольно приличные по стоимости картины. И уже, насколько я знаю, один аппарат уже у нас стоит в больнице, это деткам со сниженным зрением. У нас есть такой оптический аппарат, кабинет, вернее, извините. Там очень много аппаратуры. Ну, она, естественно, со временем должна обновляться, она выходит, так сказать, из строя и так дальше. Так вот, закупили несколько, я не буду, так сказать, вникать подробно, какая это аппаратура. Но это другое отделение. Да, очень, очень важное для лечения проблем деток со снижением зрения. Большое спасибо и организаторам, и тем, кто... И я так знаю, что картины еще продолжают покупаться. Аукцион уже закончился, организовали так ситуацию, что люди еще могут покупать через интернет, там где-то в мэрии, насколько знаю, стоит. Ну, идет речь о покупке еще какого-то оборудования, в общем-то, еще покупки, да. То есть это не однодневная акция, спасибо. Ну, если еще и взрослые стационары когда-нибудь так, потому что у нас, в общем-то, проблемы есть в больнице, и не только в нашей есть больнице с финансированием, вы же знаете. А вот вы, ну, я не говорю, что вы конкретно, а в принципе, вот, работники офтальмологии областной, вы каким-то образом, вы подключаетесь вот к тем же флешмобам, к каким-то мероприятиям? Что вы делаете для того, чтобы привлечь внимание? Наша задача, конечно, в первую очередь лечить. Лечить и разговаривать с больными. И человек, который попал в больницу и получил там хорошее зрение, хороший результат, ну, с помощью каких-то манипуляций хирургических или терапевтических, или каких-то там других, и он будет распространять, так сказать, мысль о том, что не
не стоит падать духом, что надо сражаться, что надо работать. Ну, понимаете, еще кто мог подумать лет 30 назад, что катаракта, которая занимала одно из первых мест по инвалидности вообще Украины, будет побеждена просто. Ведь, как? С помощью операции и имплантирования искусственного хрусталика. Но сейчас по катаракте, ну, вообще нет проблем. Если уже говорить о проблемах слепоты и снижения зрения, то вот они, я хочу повторить, катаракта, глаукома, возрастная макулодистрофия, дегенеративная миопия и травмы. Так вот, катаракта раньше, ну, вы не помните, вы очень молодая, поэтому не знаете. Значит, раньше убирали хрусталик, и на его место не было что поставить просто. Uh-huh. Поэтому носили такие толстые, назывались софокичные очки. Человека, который прооперирован был по поводу катаракты, легко было узнать по толстющим таким очкам, которые, конечно же, искажали объекты, люди падали, косметические они были. Но сейчас, например, оперируют человека по поводу катаракты, и через 3-4 дня он может садиться за руль ехать. Это, кстати, все делается в нашей больнице. Я говорю, что... Практически вот в нашей больнице практически нет моментов, которые бы мы не могли делать. Вы спросите про катаракту, оперируется катаракта. Просите про глаукому, оперируется и терапевтически лечится глаукома, оперируется косоглазие, оперируется отслойка. Начали внедрять витректомию. Это, ну, вот, это операции по поводу отслойки, по поводу сетчатки, по поводу других проблем на сетчатке. Это очень дорогая и дорогостоящая и тяжелая хирургия, но она в нашей больнице тоже начала уже внедряться. А раньше отслойка – это был приговор. Возрастная макулярная дистрофия – это был приговор. Потихонечку, потихонечку, с помощью новых технологий, нового оборудования, кстати, ну, тоже большое спасибо. Наша больница, такие тяжелые условия сейчас, но потихонечку, потихонечку. Где-то спонсоры, где-то обздравотдел, где-то мэрия, где-то губернаторы, ну, нам помогают, конечно. Ну, смотрите, насколько вот даже вы говорите о том, что медицина шагнула вперед. Да. А можно ли предупредить все вот эти болезни? Что нужно делать для того, чтобы, ну, как-то обезопасить, что ли, себя? Ну, вот, есть вещи, которые предупредить просто, ну, невозможно. Ну, например, травма. Травму можно предупредить с помощью простейших вещей. Придерживаться техники безопасности. То есть, что все расписано на производствах, на любых производствах. Расписано так, кровью. Да, да, ну так, да, хорошее выражение. Но так расписано, что выполняя те требования, травмы на производстве просто не должно быть. Это должен быть какой-то форс-мажор. Вот. Военную травму, к сожалению, это невозможно. Ну, у нас так раньше вопрос не стоял, теперь уже стоит вопрос. Вот. Например, катаракту, так сказать, профилактировать ее сложно, потому что она связана с возрастом, а никто из нас не здесь сидящих, не там ходящих. Мы все растем и взрослеем, и в конце концов и стареем. Но если катаракту, так сказать, вести более-менее правильный образ жизни, правильно питаться, пить правильную воду, заниматься спортом и так далее, и так далее, и вовремя начать закапывать капли, которые вот когда вот начальную катаракту определять, то до момента операции можно оттянуть на десятки лет. Что касается глаукомы, избежать глаукомы невозможно, потому что у нее есть такие вещи, которые, например, генетическая предрасположенность. Ну, не знаешь ты, что там творилось у твоей прапрабабушки, не знаешь, а этот ген может перейти к любому родственнику. Но избежать слепоты можно. Как ее избежать? Вовремя измерять внутриглазное давление, делать поле зрения и осмотр глазного врача, чтобы, если вдруг глаукома появилась, найти ее в ранних стадиях и сразу же начать лечить. Что оперативно, что хирургически, ну там уже как специалисты решат. А вот скажите, в принципе, профилактировать можно очень много чего. Слепоту уж точно. А кто подвержен в большей степени всем этим заболеваниям? Человек, у которого уже есть проблемы со зрением? Или вот это все может, ну, там, в силу возраста, там, шарах на голову и вперед? Или вот человек, вот я, например, близорукая.
Но у меня, кстати, при том, что я не носила очки несколько лет вообще, и, собственно, не делала никакие упражнения для глаз. Ну вот, вот близорукость – это ваше счастье. Ну, да? Есть проблемы, которые действительно проблема. Близорукость, ну, не всегда относится прямо уж к проблеме. Есть страны, в которых близорукость до 3 диоптрий не считается патологией вообще. Очень хорошо, вам очень повезло. Потому что когда вам стукнет 40 лет... Эх... Да, вот ваши все ровесники и ровесники начнут носить очки похожие, как у меня, а вы еще долгие годы будете благодаря своей близорукости пользоваться для близи без очков. То есть в этом есть близорукость приспособительная, которая благо для современного человека, потому что современному человеку белки в глаз стрелять не нужно. Ему нужно смотреть конспекты, смотреть мобильный телефон, планшет, компьютер. То есть для близи ему смотреть выгоднее, чем для дали. Проблема начинается тогда, когда близорукость больше 6-7 диоптрий, когда из-за того, что большая близорукость, начинается изменение на глазном дне, а они сопровождаются дегенерациями, отслойками, кровоизлияниями и так дальше, и так дальше. То есть для того, чтобы не было близорукости минус 7, тогда, когда ее на минус 2, ее надо лечить, вовремя выявить и правильно лечить. Вот и все. А как лечить? Как лечить близорукости? Ну... Там много, так сказать, вещей. Первое, если это маленький ребенок, допустим, то ограничить его от чрезмерных зрительных нагрузок для близи. Ну, что-то, вы видите, сейчас поголовно все сидят круглосуточно в мобильных телефонах играют в игрушки. Не надо играть круглосуточно в игрушки. Компьютер очень хорошая вещь, очень нужная, но она нельзя там просто сидеть круглосуточно. Вот. Ребенку надо сделать такую ситуацию, чтобы ему было, не перегружался он. Что касается занятий, там обязательно. Что касается каких-то бонусов, чтобы он немножечко отдохнул от занятий школьных, какую-то там игру, обязательно. Но очень дозированных. Если он будет круглосуточно сидеть в компьютере, будет гарантировано, что он каждый год будет по полдиоптрики добавлять. Ну и, конечно, медицинские всякие там моменты, упражнения, физиопроцедуры, тренинги и так дальше, и так дальше, и так дальше. Ну, во всяком случае, это решает врач с каждым человеком отдельно, потому что я вот, говоря с вами, не могу сказать, что сделать в принципе, чтобы все люди, да, чтобы всех люди вылечились от близорукости. Ну и потом это, ну как бы не такая уж большая проблема, если это близорукость до 6 диоптрий. А вот глаукома, вот это, конечно, горе страшное. Дело в том, что при глаукоме, когда заболевает человек, ни он, ни его родственники, ни его друзья, никто не знает, что у него заболевание есть. Ничего не болит, голова не болит, глаза не болят, ничего не давит. Потихонечку отмирают несколько нервных клеточек за какой-то короткий период времени. И в конце концов, когда достигает тяжелых уже стадий, тогда человек понимает, что он уже слепнет, а сделать уже очень трудно. А что нужно делать? А вот тут вы правильно сказали, профилактика. Ежегодный профилактический осмотр с измерением внутриглазного давления, с измерением поля зрения и осмотром глазного дна. Это в советские времена, если вы помните, было обязательным. Нельзя было... да, точно, вы же не можете помнить. Да. Но вот... по возрасту не можете. Но так вот... В советские времена нельзя было приступить к работе, ну, например, учителям, я не знаю, может, как сейчас, сейчас, наверное, учителя тоже так, но я начинал работать в районной больнице, у нас все поголовно, механизаторы, доярки, учителя, кем бы ты ни был, тот, кто работает, он обязательно ежегодно проходит диспансерный вместе с гинекологом, с урологом, с терапевтом, невропатологом, в том числе и осматривал глазной врач и с изменением внутриглазного давления тем, кому положено. Тем, в основном, конечно, кому 40 лет. Возраст, к сожалению, является причиной снижения зрения у многих людей. Что же делать? Это жизнь. В принципе-то, что должно насторожить человека, чтобы он как-то вот обратил внимание на свое здоровье, на свое зрение в том числе? Ну, малейшая жалоба, нужно обращаться к врачу. Я так думаю.
мушки перед глазами, вспышки перед глазами, потемнение в глазах, какое ощущение инородного тела, все, что. Или, например, текст ты видишь плохо. Ну, в общем, все это должно быть. Не надо заниматься самолечением, не нужно ждать, что вот-вот пройдет. Это, кстати, и травм касается. Если попало инородное тело, нужно срочно садиться, ехать на такси или на транспорт, ехать в глазную больницу, чтобы удалить это инородное тело. Это я очень часто вижу людей, которых инородное тело, ну, там, на даче или где попало, например, там, 5 числа, он приходит 15-го. Чего же так поздно приехали? Да думаю, что пройдет. В это время оно натерло, там уже инфекция, там уже формируется язва роговицы, которая и лечить сложнее, и по деньгам дороже. И иногда это заканчивается институтом Филатова или другим каким-то научно-исследовательским институтом, потому что, ну, вот потому что пересидел дом. Пане Віктор, у нас взагалі не залишилось часу. Тож, так, остання корисна порада. До офтальмолога, як до стоматолога. Кожні півроку, так? А це здоровим людям. А ті, які мають вже проблеми, кожних 3 місяці. Що ж, ну, побажаємо здоров'я нашим глядачам. Я дякую вам за цікаву розповідь і корисні поради. І бажаю успіхів у вашій роботі. На все добре. Дякую вам за те, що пригласили.